Бабушки сидят за партами. Все практически как в школе. Тетрадки, ручки, учебники и еще обязательно Коран. Уфимские пенсионерки обучаются арабскому языку и таджвиду на базе медресе имени Марьям Султановой. Таджвид им преподают египетские шейхи из всемирно известного университета Аль-Азхар. Мы преподаем в медресе дисциплины для шакирдов очного отделения. А выходные здесь организованы курсы для всех желающих. В основном приходят женщины пожилого возраста. Я счастлив, что люди хотят учиться, несмотря на возраст. Здесь собираются те, кто желает учиться. Я рад их видеть. У них есть иман, богобоязненность, преданное отношение к Аллаху, глубокая вера. Они любят Коран и стремятся его читать и учить. Кто-то посещает курсы в медресе несколько лет, а есть и новички. Не все понимают арабский язык. Флюза Исламова помогает с переводом. В свое время она училась в казанском медресе Мухаммадия. Теперь с легкостью переводит шейхов, от имени учениц задает им вопросы. 60 средний возраст. Ну, здесь это приходит и самые молодые, но они не выдерживают. Надо дома заниматься, а у молодых и дети, и там сад, и муж, и там бабушка, и дедушки, и так далее. А здесь уже более-менее мы свободны, и как-то вот воскресенье. И самое главное, есть куда приходить. Занятия по таджвиду длятся 2 часа. После начинается лекция по грамматике арабского языка. На нее остаются не все. Часть учеников уходит. Грамматику преподает Флюза Шахиевна. Приятно ходить. Закончили в апреле месяце, ждали, когда будет октябрь, чтобы сюда прийти. Потому что так и тянет к этой мечети. Потому что я рядышком живу с Тукаевой, я туда не ходила, а азы я все здесь начала изучать, и меня вот сюда тянет. Падежи, глаголы, все вот мы это как бы стараемся. Имя существительное, глаголы, имя прилагательное, численности, вот это все цифры. Все мы как бы стараемся по мере возможности изучать. Меня вот лично это вдохновляет. Я даже себя считаю, ну, счастливой. Настолько Коран, он возвышает человека, я думаю, что каждому надо учить Коран. Я и вот и внука учу, и дочерей своих учу. В медресе учатся не только уфимцы. Ради новых знаний, дружеского общения и приятной атмосферы приезжают даже с ближайших районов. Благодарна своей судьбе Аллаху Субхану Тагала, что направила меня сюда на учебу. Я ездила сюда учиться с деревня Улукулево Кармаскалинского района за 60 километров. Или утренним автобусом приезжаю, или на электричке успеваю. Ценю учебу здесь, потому что она дает мне понимание Корана, самое главное. Каждый урок для башкирских и татарских женщин – это праздник. Ислам открывает для них не только новые знания, но и возможности. Некоторые в ближайшем будущем собираются либо в умру, либо в хадж. Алина Таюпова, Альфия Ильясова, канал «Алиф», Башкортостан. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.